Общественная палата Хакасии 6-го состава провела заседание по итогам 3 лет работы. Она получила высокое признание. Об этом говорят факты. Наша республика одной из первых в стране организовала центр наблюдения на выборах, за что награждена благодарственным письмом президента России. В Хакасии предложения общественности часто становятся частью государственной политики. Так, в сборнике лучших практик палаты регионов в течение 3 лет были включены работы специалистов из республики. По итогам года общественная палата Хакасии вошла в число лучших по стране. Эта оценка, она подтверждается и на федеральном уровне, в рейтинге региональных общественных палат, в оценке регионального руководства, включение в федеральные органы руководства общественной палаты наших представителей. Поэтому хочу всех поблагодарить. Действительно, палата работала как единый слаженный механизм. Хотел бы отдельно отметить, так было при объявлении Верховным главнокомандующим вооруженными силами России Владимиром Владимировичем Путиным о проведении специальной военной операции в 2022 году. Я искренне благодарю всех членов общественной палаты и всех жителей Республики Хакасия за вклад и активную поддержку наших земляков-военнослужащих. Ранее был проведен конкурс на лучший эскиз скульптурной композиции генерал-лейтенанту авиации, участнику Великой Отечественной Василию Тихонову. Этот проект победил в голосовании, и сегодня памятник установлен на территории аэропорта Абакан. Также подписано соглашение о сотрудничестве с Общественной палатой Луганской Народной Республики. И это лишь малая часть работы. И экспертизы, и обращения граждан, и работа с Общественной палатой России, это работа с Государственной думой, это работа с правительством Российской Федерации, это работа со структурами всеми, региональными, федеральными. Поэтому я считаю, что точки соприкосновения отработаны в плане каком? В плане вот именно понимания и между собой результативной работы. Добавим, что в год семьи Общественная палата России издала книгу молодых авторов, представляющих все регионы нашей огромной страны. Инициатором проведения отбора стихов в Хакасии была наша палата совместно с Движением первых. Благодаря этой работе в сборник, который называется «Моя большая семья», вошли работы двух юных авторов из республики – Данила Федоренко и Ксении Глумовой, которым вскоре будут вручены благодарственные письма Общественной палаты России.